Всем привет! Сегодня у нас будет тест, вот такой вот тест, сборочка с утеканием на 12 скилле. Давайте посмотрим сразу разницу, что делает герой на 10. И будем тестировать на 12. Так, ну на 10 ограничивает получаемый урон героя до 2000 за удар, увеличивает скорость атаки на 275% на 10 секунд. Также каждый раз при атаке герой запускает железный кулак, нанося 270% вокруг героя. Так. Герой не будет использовать железный кулак, если окружен только стенами. Вот так вот. На 11 скилле у нас идет бонус. Мы увеличиваем атаку на 275 и атаку на 15%. Также шанс крит атаки на 20% на 10 секунд. Дальше у нас ничего не меняется. И на 12 плюс 30% к атаке и шанс критической атаки на 35%. Критует очень часто. Так, ну давайте покажу вам сборку самого героя. 8-8 утекания, восстанавливает очки жизни на 15% с каждой атакой. Также у нас будет стоять слоник. Для чего именно слоник? Для того, чтобы ее не станили, потому что герой очень боится стана. Рунами у нас будет сразу ремка стоять для включения, артефактом топорик. В снаряжении у нее стоит доспех, который увеличивает жизнь на 25%, также аура, которая будет наносить дополнительно урон. Так, ну что, побежали потестим в рейдах ее сначала. Герой интересен, фактически тот же самый череп, просто два удара имеет и зональную атаку, но не имеет оживления. Видите, да, что она делает? Правда, тут ее могут сейчас снести череп. Вот молчанку кинули. Да, все, она умерла. Если череп еще оживал, то она уже не оживает. Так, смотрим. Ну, вот так вот забор можно ломать свободно. Урона, как видите, немерено. Ну, опять умерла. Просто пропадает ее ограничение, просто сливают. Утекание, как видите, не особо актуально. Так, давайте ее тут сразу кинем. Вот смотрите, какой урон. Поярче, чем череп, однозначно. Но, как видите, нам все равно чуть-чуть не хватило. Троих героев не добили. Она хороша, кто бегает в Колизее, в принципе, очень актуально. Сейчас мы пройдемся по талантикам, дотестим в рейде, расскажу, что можно ставить по талантам, по чарам. Как видите, урон отличный. Единственное, только когда пропадает ее щит, вот раз, два, три, и практически ее нет. Ну вот она себя отхилила, успела. Так, смотрим против черепа. Ну, череп слил. В паре с черепом, кстати, именно в таких сборках очень интересные будут в забытой битве. Вот смотрите, хранителя раздала. Ну, все. На этом все закончилось. У хранителя успела снести. Причем эта сборка собрана не на урон. Так. Ну тут понятно, это получилось случайно, нечаянно.
Это совсем другая история. У нас сегодня тест Тесса. Так, смотрим еще разок. Чемий доспех хорошо увеличивает жизнь, также дает дополнительную ауру, так как у нее сейчас увеличенный урон. Аура очень охрененно сносит заборы и героев, которые вокруг. Единственный, конечно, минус, она очень ватная, но тут ничего не поделаешь. Утекание как вариант, но, как видите, оно не особо нас спасает. Вот она в районе 100 тысяч бьет. Так, кого мы там снесли? Сейчас опять попадут. Да, видите, вот. Просто не попадаем. Вроде, казалось бы, там кулдаун нормальные 2 секунды, но за эти 2 секунды ее успевают убить. В принципе, череп аналогично такой же сейчас с героями обновлениями, которые выходят. Череп уже тоже не такой имбовый, как был раньше. Вот можно посмотреть, как она забор будет считать сейчас. Вот смотрите, что она делает. Так, вроде казалось, кажется неплохо. Вот смотрите, пачку раздала. Давай еще стрелка, офни. Она сейчас его офнит. Единственное, что могут помешать зарядиться, это вертолетики. Ну, все равно снесла. Поэтому списывать и говорить, что она не имба, не стоит. В определенных ситуациях она реально расхреначит любого героя. Сейчас дойдет очередь до хранителя. Ну, все, хранитель пропал. Арес тоже, я думаю, тут ничего не сделает. Вот. Просто чисто вот такой вот вариант. Череп, я думаю, этого бы не сделал. То, что сделала она сейчас в данной ситуации. Рино, ворожай, стрелок, хранитель. Сами, в принципе, все видите. И это не топовая сборка. Давайте еще один рейдик и пройдемся по талантам. Герой очень интересен, универсален. Мне она больше нравится, чем череп, потому что смотрите, что она делает. Благодаря своей зональной атаке она просто их вокруг убивает. Череп же, в свою очередь, бьет по одной цели. Единственный плюс у черепа урон выше и ожива встроенная. У нее, конечно, этого нет. Но можно даже использовать здесь ржеву, не ставить ремку. Я ремку просто ставлю, чтобы она сразу включалась. Вот, слили под питомцем. Хорошо. В принципе, по рейдах вы уже увидели, что она может. По талантам, что можно ставить? Можно ставить каменку, можно ставить ожог, но ожог заблокирует и она будет бесполезна. Я поставил утекание, чтобы она восстанавливала хоть как-то себя. Можно ставить бастион, бог войны, это будет получший вариант. У меня есть вторая с богом войны, мы ее потестируем попозже. С бастионом она тоже кайфовая будет, все-таки будет плюс 60% жизни. Каменка тоже как вариант, но... Не знаю, что-то хочется от нее побольше дамага. И именно в такой сборке, когда у нее усиливается на 12-м еще крит и атака, это просто топчик будет. Там воодушевление и прочее, там оживу, можно вариант как оживу, можно просто для PvP варианта поставить ремку и поставить рунами оживу. Это тоже будет хороший вариант, либо рунами психощит, чтобы она сразу включилась. По снаряге, ну, самый топчик, это как и для черепа, раскаленный доспех. Также можно ставить победный выпад для урона, но все-таки лучше есть жизнь. По созвездиям просто можно ставить уклонение и не париться. Можно поставить крит, крит урон, это уже на... рассчитывать на то, что у вас есть по самоцветах и можете ли вы позволить себе ту или иную сборку. Так, ну что, побежали дальше ее тестить. Давайте в королевской битве мы сейчас ничего не сделаем, я думаю, потому что у меня нету шагов. Да, шагов нету. Идем потестим ее.
подземках. Посмотрим, что она сможет именно в такой сборке в подземках. Так, ну давайте жестокая 8. Вот так. 8-10. Так. Побежали. Ну, она сейчас себя тут будет хилить. Плюс слоник. Плюс у нее щит. В принципе, я думаю, тут его не особо смогут снять. А может и снимут. Так, смотрим на урон. Смотрите, как она их жестко просто раздает. Вот так, ребята. Слили, да. Все-таки ее слили. Пропал щит, и она просто слилась. Без вариантов. Давайте теперь попробуем. Возьмем сюда еще ворожая. Будет немножко больше отхила. Плюс атака вырастет. Смотрим. Сейчас она им будет наваливать. Вот зональная атака ее. А, и опять слили. Ну. Не дадут нормально затестить. Как видите, жизни мало. Но прокачка того стоит. Так, так. Сейчас попозже включим выражение еще. Конечно, без тыквы тут не вариант. Ее сейчас опять же, как только спадет щит, да, ее слили, но урона наносит. А теперь попробуем. Просто ради интереса поставим тыковку. Посмотреть, что будет под разгоном. Так, и сюда тыкву ставим. О, поехали. Смотрим. Все равно слили. Не попадаем. Не попадаем мы. Куда он? Давайте тогда поменяем. Уберем ремочку, поставим оживу. Можно, в принципе, даже третью поставить. Она особо там роли не сыграет. Так. Побежали еще заходик. Сейчас она попозже включится. Ну, такой вариант вот получше будет, но все равно, видите, она против, в принципе, там любой герой не выстоит против такой пачки. Надо, чтобы она их по одному цепляла. Сейчас попробуем еще разок высадить в другом месте ее. Но вариант очень интересный. Так. Но все равно она врывается, видите, она очень зонально бьет, но смотрите, что она делает. Давайте вот так поставим, посмотрим, просто ради интереса посмотреть, что будет по урону. Но урона просто немерено вылетает. Вот, пошел разгон, наконец-то. Давай, 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 тащи. Ну, с бафом одним. Жестко, жестко, конечно, зонально это ее атака, это просто жесть. На подземках очень полезно будет. Хороша, ничего не скажешь. Так, есть. Давайте ради интереса, где я хочу еще и попробовать. На кошмарке 7-1. Это одна из легких кошмарок. Но
Очень интересно посмотреть. Так, вычисляем Ронин пропал. Кидаем ускорялку. Появился Морозим. Это щит. И ее. Так, смотрим. Ну, конечно, по урону прикольненько смотрелось. Конечно, далеко мы не забежали. Но 16% набили. Не могу ее полностью потестировать, потому что у нас битва гильдии идет. И мне нельзя снимать деф. Так, хорошо. Смотрим дальше. Побежали в экспедиции, посмотрим. Что она будет по урону наносить здесь? Хила, конечно, у нее хватает. Побежали. Смотрим. Вот и все. Закончился наш тест в рейдах. Давайте тогда на кошмарках еще потестим ее. Говорю, в рейдах экспедиции. Видите, все-таки она один в поле не воин. Давайте. Кошмарка 1-1. 1-1 и 2-1 еще потестируем. И пойдем дальше по других локациях. Так, смотрим. Ну, урон приличный. Стан. Так, от стана спаслись. Ой, тут, блин, все набежали. Нереально, давайте с другой стороны попробуем. А ну-ка, интересно, где-то отсюда пустите. Ну, зональная атака просто офигенная. Один на один раздает. Против толпы, конечно, проблемно будет. Да, сейчас ее сольют. Вот, все. Окей. Пробуем, значит, стыковкой. Так, ее выпустим внизу, тыковку наверху. Попробуем. Так, сейчас нашу тыкву опять ушатают. Ну, смотрите, что она сделала. Самое главное, разгон просто от тыквы. Все. Под разгоном вообще просто четенько она делает всех. Так, ну... Кто кого? Ну, все-таки они сделали. Ну, 78% набрали. Без махии причем. Так, 1.10 и на вторую 2.1 еще попробуем. Ради интереса, что она сможет сделать. Так, что тут у нас? Тыковку отсюда пустим. А ее отсюда. Так, пускаем тыкву. Сейчас она зарядится. Давай, зарядилась. Все, включилась. Поехали. Вот, смотрите, как она просто разбирает героев. Без проблем. Для подземок на начальных уровнях вообще будет очень полезный герой. Череп так не сможет, сразу говорю. Черепом вы так не пройдете подземки.
Так, есть. Даже без магии. Давайте еще 2-1 и пойдем дальше тестировать. Так, 2-1. Давайте сделаем так. Давайте вместе попробуем их кинуть. Сначала ее кидаем. И кидаем тыковку. Ой, ну у нас тут еще и Вольф прилетел, и Афина. Так мне интересно. Так, смотрим. Так, вот давай разгон. Вот он пошел разгон. Проседает, проседает. Тыковка сейчас сольется, скорее всего. Ну, смотрите, пачку разбивает просто. Да, тыква слилась у нас. Ну, сможет затащить. Давайте уже с магией просто посмотрим. Ну, как по мне, очень, очень кайфовый герой. Смотрите, что она просто их делает. Давай, 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 тащи. Все-таки от башен даже проседает. Вот так вот. Ну давайте еще с магией полностью попробуем. Давайте вот так. Раз, два, тыква, Тесса. Ну, вдвоем, по-моему, они делают, просто делают всех. Давай, тыква, разгоняй. Все, без проблем. Или нет? Все-таки слили. Ну, затащишь или нет? Давай, тащи. Смотрите, что она делает. А череп так не сможет. Так, против нас тыква. Успела включиться? Да, вроде успела. Ну, просто на изи. Сейчас будет смешно, если шапка заваншотит. Нормально, шапка в скилл попала. Ну, не знаю. Как по мне, герой очень достойный, поярче, чем череп. Поинтересней, поуниверсальней. Можно использовать в любых локациях, благодаря тому, что есть дополнительный флаг. Вот так вот дракон с друидом нас просто слили. Так. Где можно еще использовать? Можно использовать, там, если у вас нету хороших героев, на волнах. Будет офигенно смотреться, пачки будет рубить. На фарм-локациях Адский саммит, там ПХ и прочие локации, лава третья, лава четвертая даже можно использовать, потому что имеет доп. Удар и зональную атаку вначале будет очень помогать. Ну, конечно, не всем четырем участникам. Так, дальше. Забытая битва. Атака фортов. Единственный минус, конечно, ей надо ставить живу, потому что если снимут щит, очень быстро сольет. Так, вернул. Что, побежали? Давайте на арене еще потестим. Так, уберем. Давайте уберем Рину. Попробуем. Даже так не будем ставить там ее особо ремку, хотя можно, в принципе, ремку поставить. Давайте ремочку поставим. Так. Надеюсь, на кого-то попадем. Нет, не попали. К сожалению. Давайте переставим.
Ставим ее по центру. Давай, включайся. Есть, включилась. Есть. Ну, смотрим. Конечно, она тут не одна сносит все, но смотрите, что она. Ну тут, тут даже, скажем так, можно сказать, вот она имба, смотрите, она некрас раздала. Тут Фрейя, короче, всех раздала, как обычно. Сейчас мы ее отсюда уберем. Фрейя зло. Опять не попали, ну. Никто не хочет по центру бегать. Ну, смотрите, какой урон прилетает от нее. Все, криты почти идут. Евгеша. Ну, давай так вот сделаем вызов. Изменить настройки. Ставим ее. Ставим ворожея. И все, старт. Смотрим, включилась. Смотрим урон. Где-то она там была, короче, ребят. Все, побежали, потестируем ее еще в забытой битве. Где там у меня тестовая пачка? Вот это убрать. Сохранить. Так, ну давайте, побежали, смотрим. Где-то она там тоже была. Не ожила, он есть, что-то делает. Смотрите, что она там делает сзади. Ничего себе. Или то не она? Не, вроде она. Хм. Интересно. Конечно, блин, она там не видно, кого вообще бьет, но она жива. Что-то они все миссуют, но его пачка, по крайней мере, моих не снесла. С отхилами, защитами. Тут мы сейчас должны затащить, благодаря Фрейе. Она тут всех будет сейчас просто шатать. Но это не точно. Но должна, по идее. Да, все, сейчас ворожая сольет. Если сольет... Не, не сольет. Или сольет. Давай бей ворожая, нахрена тебе эти все нубы. Да, все-таки, видите, она переключается, это очень плохо. Надо, чтобы она ворожая сносила, она его не сносит. А мы просто Бигфута заряжаем. Печально, печально. Ну, тоже не просели. Так, давайте обновим. Ну, давайте тут попробуем. Тут есть одержимый против нас. Ой, да тут вообще жопка. Вот ее слили просто. Нас убрали полностью с нее ее скилл и просто слили. Но сейчас деревка оживит. И что мы имеем? А мы имеем то, что Тесса просто поимела всех. Вот так вот, ребята. С деревом, конечно, смотрится неплохо. Тут, я думаю, мы должны затащить. Если опять нам... А, смотрите, что она делает. Просто говорит всем до свидания. Так, Панакота, ну давай посмотрим. Вот тоже. Вот так вот, ребята. Жестко, жестко. Сейчас дерево опять резнет ее. Я надеюсь на это.
Да, без проблем. Good. Интересно. Ну, смотрится очень круто. Особенно если она оживает после того, как дерево реснет, и там герои, она их просто там добивает с ремочным вариантом, то есть рем рунами. Это у нас стоит утекание. Там с боком войны там вообще бешеный урон будет. Так. Ганнибал, ну поехали против тебя, посмотрим. Так, Арес. Так, ее слили. Дерево. Ну, реснешь или нет? Да, вот реснул, смотрите опять. Картина номер два. Ну, как по мне, вообще просто топчик. Если брать черепа ее, она намного круче смотрится. Блин, массовый урон. Она просто их сносит. Особенно, когда она забегает за героев, получается, умирает, дерево резает, они захрены на других моих героев, она просто их шатает. Ну, тут Фрейя сейчас тоже должна просто унизить их. Так, ну, давайте кого-то левша, кого-то, может, интересного встретим. Пипеточка, мачо, ромыч какой-то. Ну, давайте против хранителя. Интересно еще посмотреть еще разок. О, череп, хранитель. Вообще топчик. Смотрим. Вот ее слили. Дерево. Треснуло. Вот она сзади опять заходит. А, там одержимое есть. Все. Он слил. Ну, блин, ну неплохо. Учитывая то, что это тестовый пак, не полный причем. И не особо там с рунами, с питомцами. Смотрится очень красиво. Так. В принципе, все. Вот такой вот обзор был. Пишите в комментариях, как вам такая сборочка. Конечно, утекание ей с одной стороны интересно, с другой стороны не особо заметно, но все-таки я решил ее использовать. Я ее использую на архидемоне, тестировал, очень даже ничего. Поэтому вот такой вот герой. Череп, как по мне, ничем не лучше. Она более универсальная, чем он. Все. Пишите комментарии, подписывайтесь на канал. Всем пока!